В этом видео я расскажу, как почистить историю браузера, историю заполнения, куки, кэш, пароли и другое. Итак, я буду показывать в браузере Google Chrome. Заходим в настройки, листаем вниз, нажимаем дополнительно, еще ниже. И вот находим такое «Очистить историю». Нажимаем. Здесь у вас будут стоять вот основные настройки. И здесь вот так вот, за последний час. Нажимаете «Дополнительные» и нажимаете здесь «За все время». Вот здесь ниже выбираете, что вам необходимо очистить. Историю просмотра, файлы, куки, пароли, уведомления, заполнение. И нажимаете «Удалить». Все, история полностью всего удалена. История посещений, куки, кэш. Так как я выбрал все галочки. Еще один способ, более быстрее, чтобы не заходить в настройки. Нажимаете на клавиатуре левый, зажимаете левый Ctrl, левый Shift и Delete. Ниже под видео я вам дам скрин. Итак, нажимаете и открывается сразу, как видим, очистка истории. И нажимаете вот дополнительно, опять же, выбираете диапазон, который вам необходим, и выбирайте, что вам необходимо очистить. Я поставил на все галочки и нажимаете «Удалить данные». Все, полностью вся история, все пароли, все автозаполнение, куки, кэш, все удалено. На этом все. Спасибо. Смотрите мои другие видео. Всем пока.